Здравствуйте, мои дорогие, с вами Лига AFC, и это титульное противостояние в среднем весе. Сойдутся два жестких парня, это Ник Диас, и получается второй... Ты просто скипнул, да? Хермансон, конечно же Хермансон. Так, пошла заруба, но у Хермансона больше шансов победить Диаза в борьбе, да, что он сейчас и делает. Он останавливает удары Диаза переходом в партер, Диаз переходит в Робергард, затем Хермансон поднимается, начинает наваливать. Кстати, наваливает достаточно неплохо, неплохой ground and pound, но голова достаточно крепкая у Диаза. Переворачивает он Хермансона. Хермансон пытается пройти в закрытый гард, но Диас не позволяет ему этого сделать и переходит в топ-маунт. Удары, обозначающие просто какое-то действие от Диаза. Ну, просто для грэблинга он это делает. Так, не дал в полугард перейти. Проводит сабмишн, удушение от Ника Диаза. Я думаю, у Хермансона достаточно хороший выход, но посмотрим. Вот неплохо, кстати, душит, но нет. Так, подъем не дает подниматься. Так, опять же делает сабмишн Диаз. Ну что, на этот раз, но тоже хорошо выходит, то есть никак не дает он. Что? Опять он сабмишн. А, это уже не удушение, да, именно сабмишн идет от Диаза. И, кстати, куда более успешно, да, он проводит его. Хорошо, кстати, идет. Я думаю, это заявочка на победу уже. Что делает Хермансон? Ну, Хермансон вроде как... Нет, все-таки берет вверх Ник Диаз, берет вверх и завершает свой сабмишн. Это победа. Ник Диаз защищает свой пояс. Отлично, отличная защита. Вообще не дал шансов Диаз в партере, как, ну, на удивление, да, Хермансону. Я думал, Диаз будет драться в стойке, но отличная защита, что я могу сказать. Отличный сабмишн, отличная защита. Ник Диаз чемпион. Первая защита Ника Диаза в лиге AFC. Поприветствуйте чемпиона. Очень хорошо сделал все. Мне нравится. Хороший сабмишн. Повтор сабмишна мы видим, да? Ну вот, сабмишн лучше делает Диаз, как мы видим, да? Удушение у него как-то не получалось, но вот в сабмишне он хорош. Ну что, очень долго что-то идет, заставки все эти. Ребята, что я могу сказать? Ну что, насыпьте в комментариях поздравлений, да, Нику. Все-таки человек защитил пояс, это вам не шутки. Всем до свидания, до скорого, ребята, до скорого.